Ну чего, хорошо. Ну, купил я оружейную фабрику. Чё дальше? Эй, люди, люди! Знаете, у меня есть оружейная фабрика, выкусите все! Я повелитель этого мира. А чё вы куда пропали? Здорово, народ, меня зовут Шет, и сегодня мы с вами продолжим играть в симулятор продавца оружия виртуальной реальности Weaponry Dealer. Приятного просмотра и поехали! Итак, ребят, добро пожаловать в мой магазин виртуальной реальности. Сегодня у нас с вами серьезный день. Сегодня мы должны заработать достаточно бабла, чтобы открыть армори бронировочную. Но прежде чем мы с вами посмотрим туда, я хочу сказать, что, ребят, спасибо вам большое за огромное количество названий, которые вы предлагаете для моего магазина. И сегодня я сделаю выбор. Я назову свой магазин... Почему-то нажалась кнопка. Почему-то нажалась галочка, и теперь изменить его нельзя. Но самое лучшее название, которое было, это, на мой взгляд, было от Wild Boy. Shed Gun and Fun. Представьте, что здесь такая сейчас вывеска. Shed Gun and Fun. Вот так. Как-нибудь изменить-то это можно. Вот, я пока не нашел, как это изменить, но, короче, Shed Gun and Fun. Вот, вот наш магазин. Так, ну что, ребятки, сейчас нам нужно с вами быстренько закупить товары. Что у нас там по баблу? У нас, по-моему, было много. 17 тысяч. Да, 17 тысяч. Это вам не хухры-мухры. 17 тысяч, это серьезно. Так, ну что, ребятки, за 17 тысяч мы с вами можем накупить... Давайте накупим, короче, давайте накупим пулеметов себе. Пулеметов за 800 много. Так, ребятки, ну что, наша корзинка полна пулеметов и дезерт-иглов. И мы просто их сейчас заказываем. Так, ну а пока они едут, нам, конечно же, не помешало бы пройтись и посмотреть по мусорочкам, что у нас здесь есть. Эй, город, привет! Shed Gun and Fun Store открылся, заходи, покупай. Знаете, ребят, я вот пока играю, мне подумал, что в этой игре очень сильно не хватает некоторых вещей. Например, смотрите, ну, естественно, руки. Ну, допустим, ладно, текстура рук, потому что контроллер — это клево, но, блин, это как бы несерьезно. Вот, очень сильно не хватает инвентаря, хотя бы рюкзака, хотя бы чего-нибудь, чтобы тебе не приходилось таскать пушки в своих руках, чтобы ты мог взять их. Вот так, например, пушечка. О, револьвер, кстати, револьвер из глушителя, даже не чёток. И патроны есть, только он не работает. Да, черт возьми. Ну вот, было бы круто положить так его за спину и оп. И все, чтобы он положил все в инвентарь. Но нет, ты должен с ним таскаться, как дегенерат в руке. Так вот, это раз. Второе. Я думаю, что сюда очень сильно бы хорошо вписался какой-нибудь... Блин, какая-нибудь таблица лидербордов. Кто насколько... кто там в игре глобально насколько продал чего и так далее. Чтобы у тебя был такой дух соревнования. О, смотри, пришел чувак сразу же... ты что, подожди. Ты что, сразу же пришел купить мне топор? Ладно, окей. Так, давай проверим. Патрик Уилсон опять. И давай глянем. ТТМК, ГП. Ну-ка. ТТ. Ну-ка. Да, есть такое. Хорошо. Я, конечно, не собирался сейчас тебе ничего продавать, но... Ну, ладно, почему нет? Так, месье, давай... Спасибо, что купил у меня этот топор, заходи еще. Вот, какой-нибудь лидерборд. Блин, по-моему, вот очень было бы в тему. Не хватает событий, больше событий. Хочу, чтобы на карте происходили всякие разные, блин, рандомные энкаунтеры. Чтобы, например, пришел какой-нибудь полицейский и устроил мне проверку, например. Что вот, например, я хожу с револьвером по улице, и люди бы шарахались, или что-то в этом духе. То есть, понятно, что для этого нужно много чего делать, много скриптов там всяких написать, но мне кажется, это было бы очень в тему и оживило бы игру. Вот, давайте пожелаем разрабу удачи, потому что такой забавный тайкун сделать, чтобы такому большому количеству людей зашел, это надо еще постараться. Так, а что у меня? Ну, сколько пустая, вот говно. Лутбокс пустой. Блин, чувствую себя обманутым. Ну и вообще было бы неплохо, если бы эти стволы начинали стрелять. Обычные стволы. Чтобы они стреляли, бах-бах, там красиво, все классно. О, дамочка, вы пришли ко мне в магазин, пока меня не было. Ну, извините, что вам пришлось подождать. Так, я уже, кажется, видел эту лицензию, и ты решила... Передумала, да? Ну и как бы хер с тобой, до свидания, 8 часов вечера. Блин, я хочу сам выбирать, сколько я буду работать. Буду я работать ночью или я не буду работать ночью? Почему мой магазин не может работать с 8 вечера до 8 утра? Непонятно. Ну ладно, так, стволы, все, давай это на максимум. Опля. Так, цену. Нет, давай на 590. Мы все-таки не хотим, чтобы он у нас на полке валялся. О май гад, что у нас тут приехало? Боже мой, я чувствую себя Рэмбо, как будто я буду захватывать этот сратый город. А ну держитесь, люди, сейчас будет жарко. Ладно, сегодня у нас с вами будет день...
день МП М249 уровня 3. О, пулеметы, пулеметы, детка, да. Так, раз, два, и вот, короче, это все мы будем с вами продавать. Так, ладненько. Кстати, ребят, я не знаю, вы как относитесь к изменениям голоса у человека? Типа, если человек будет кривляться и такой, вот такие вещи делать, это будет в тему? Или лучше, типа, быть спокойным, максимально рассудительным, как вот сейчас? То есть я вот беру, расставляю все эти пулеметы и рассуждаю о смысле бытия. О том, что Desert Eagle с глушаками это бред, а о том, что пулеметы это круто, и Desert Eagle нужно цену побольше ставить. Блин, я бы им поставил, конечно, на красную, но мне впаду будет потом бегать туда-сюда. Так. Кстати, есть идейка. Пацаны, у меня сейчас охеренная идея просто в голове возникла. Вот, вообще напишите комменты по поводу кривляния, имеет ли это смысл. Вот, ну, а сейчас будет супер идея. Смотри, у нас шкаф для пистолетов. Вот, два, один, вот так. Так, вот этот шкаф, давай выделяйся. Эй, шкаф, мазафака, двигайся. Двигайся, брат, давай. Да, мать твою, чё тебя так колбасит-то, а? Смотри, ребят, прикол в том, что я возьму и поставлю шкафчик. Ага, сюда я его поставить не могу. Ну, короче, я его поставлю максимально близко к себе. Вот, в этом шкафчике будут продаваться пистолеты. Ну, допустим, вот Desert Eagle самые дорогие. И самое забавное, что я им цену подниму просто на максимум. Смотри, не 1800, кстати, почему 1800 зеленая? Подозрительная, подозрительный бред. Так... Подожди. Вот, 2300 и 2400. Давай. Прямо вот. Возможно, типа, знаешь, если красная, то очень маленькая вероятность, что у тебя его купят. Но если его купят, то это будет пушка. Ну, смотри, типа, я могу вот так взять и задрать цену на, ну, на 2500, на 2400, неважно. Если люди будут подходить и бросать их, то я их быстро буду класть обратно. Вот, и тем самым я смогу попытаться продать за баснословный прайс обычный Desert Eagle, который здесь стоит 1800, а здесь стоит 2600. Ну и извините, если хотите ножками ходить поближе, тогда платите больше. Вот именно такая логика. Так, хорошо, все. Нам нужно сейчас еще с вами заказать пушек, потому что репутация, мать ее, она, блин, не резиновая, ее нужно быстрее апать. И давайте закажем просто, да, в принципе, на сайт что? Просто вот копье, дешевое копье. Больше дешевого копья, просто вот, потому что 10 таких копий я продам, и у меня будет плюс 100 репутации. Так, день начался. Окей, мы с вами всю ночь провозюкались, вы посмотрите. Но зато... Опять полки неполные, и опять люди будут сейчас в очереди стоять и будут потом убегать. Но, в принципе, насрать. Мы с вами знаем свое дело и знаем, как зарабатывать бабки. Так что, давай. Так. Добренькое утречко, ребята, у меня идеальная репутация, кристально чистая. Всего лишь один ствол продал тому, кому не надо было продавать. Вы не переживайте, это никаким образом не повлияет на мою продажу в будущем. Так, давай, 800. О, отлично, первый клиент, второй клиент. Давай, пацаны, давай, шустрее. Шоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Сейчас мы с вами повеселимся, давай. Так, подходи сюда, подходи, давай. Давай, ты чё, болеешь? Ах ты, мразь, пошла в жопу, я тебе сейчас пердак разворачу. А ну-ка, вон пошла. Ты чё, женщина, на нахер. Ты посмотри, какая шняга. Взяла револьвер, спёрла. Вот ты, мразь, а, вот лежи, ты туда же. Так, блин, у меня там очередь сейчас уже простаивает. Но чё поделать, револьвер сам себя не окупит. Так, больше никого не было, воров. Ты ж посмотри, а. Воу, вы чё, меня ждете все, бедные мои, бедные. Так, Юми-Ями, есть такой, следующий, давай, хоп. Вон, там уже кто-то бросил пистолет. Так, ВНС, Калагидж, есть такой, дальше, следующий, хоп, давай, резче двигай жопой. Уин КГ, есть такой, давай, двигай жопой. Ребята, так, Артур Миллер, Венеза ГДЖК, есть такой. Так, следующий, блин, вот посмотри, побросали стволы, мрази просто, бесстыжие. Так, ЛНСЕК, есть такой, хорошо. Так, эти два пистолета по-прежнему в жопе. Так, и они, это за 2500, отлично, цена привязывается к пистолету. Или нет, или это последняя цена, которую я выставлял за Desert Eagle. Ха, черт возьми, если это так, то Desert Eagle их хер вообще купит кто. Так, ты... Ага, ты взял последний с полки. Ну хорошо, мужик. Раз ты взял последний с полки, давай я тебе его продам. Так, Уикгг, есть такой. Хорошо. Так, ну чего, ребят, давайте с вами.
Будем стволы обратно класть. А то тут, блин, намусорили, насорили, ничего не купили. Вот ублюдки, а? Просто бесстыжи. А, ладно, у нас дезертыглы все купили, а вот револьверы не все. Револьвер еще один остался. Так, ну что, у нас осталось, в принципе, не так много. А, у нас осталось, кстати, два ствола за оверпрайс и всякие пулеметики. Ха! И еще... А, еще револьверчик, кстати, надо тоже выставить на продажу. А то, блин, вот черт... Вот чертяка пришла, понимаешь ли, и пыталась у меня его своровать. Да, аж по улице гнался. Ладно, так, что тут? Окей, садовый инвентарь приехал. Ну что, раз он приехал, значит, надо его где-то размещать. Так, мили... Давай. Мили-пушечки будут стоять вот здесь. Постепенно будем, короче, увеличивать свой магазин. Блин, не вижу проблем, почему бы это не сделать. Типа, больше полок, если они будут пустые. Ну, насрать, зато будет просторно. И я могу выбирать, куда что класть. Так, что-то я как-то несерьезно отнесся к вопросу. Нам нужно, пожалуй, еще одну полочку поставить. Давай вот сюда, чпок. Ха-ха, прямо идеально. О, братка, ты пришел за револьвером, привет. Давай, я тебе его продам, ты у меня его купишь и будешь счастливо всех убивать. Так, Алекс Браун, Йома Сакав, есть такой, хорошо. Next. О, брат-близнец. Я, кажется, в прошлой серии вообще обещал вас не обслуживать, ну так и быть. Так, эту я помню, лицензию, она точно есть. Так, все, давай. Осталось копья выставить обратно все на продажу, и, ребятки, наша репутация просто взлетит нахер до небес. Так, садовые ребятки пришли. Ой, пацаны, я тут даже еще не закончил. Ну-ка, так, ЛНС есть такой, хорошо. Давай, теточка. О, ребят, смотри, у нас почти тысяча. Мы с вами, скорее всего, сегодня купим оружейный магазин. Точнее, оружейную фабрику, и, блин, ух. Начнется жара. Так, ЛНС ЕК есть такой. А чё вы постоянно покупаете, ребят? Я не успеваю выкладывать товар на прилавок. Вы чего? Давайте помедленнее. Так, ВНС есть такой. Потрясающе. Смотри, 920 experience. У нас скоро мы дорастем до лицензии D и сможем купить себе оружейную фабрику. Так, МСФК есть такой. Так, следующий. А, да, деточка. О, да, прямо вот смотри. Это, блин, благодать для моих ушей. Вот то, что я сейчас здесь вижу. Так, хорошо. Опять ты. Я уже помню, эту лицензию она есть. Хорошо, опять дезертыглы эти не хотят покупать. Ну что ж такое, ребятки, не борзите. Я вам, понимаете ли, за 2500 предлагаю эксклюзивный товар, который вы не купите больше нигде. А вы берете его и сбрасываете с полок. Ублюдки! Нечестные твари. Давайте, ребят, давайте, 950 опыта. Осталось чуть-чуть, есть такая дамочка. Отлично, давай, 960. Давайте, ребят, давай. Двигай жопой. Сейчас мы с вами купим ВБСТВФ. Есть такой, сейчас мы с вами купим оружейную фабрику. Господи, у меня аж руки трясутся, вы чувствуете? А вот прямо вот, блин, мандраж предновогодний. Это будет мой подарок на Новый год. Так, бро, давай, быстрее. ЕЕЕ ЖТВ, есть такой, так, следующий. Так, давай. Давай, пулемет, койп, ах ты мразь, пошел отсюда, не нужны мне твои грязные деньги, преступник. Так, РБ, есть такой, так, следующий, давайте, ребят, тысяча, отлично, тысяча у нас есть, теперь осталось просто заработать на эту гражданную фабрику, она стоит 15 тысяч, у меня сейчас еще нету их, так, есть такой. У меня пока только 14,5. И плюс еще 1000 нужно на лицензию. Так что давай, собрались. Нужно поработать немножко. Вот сейчас у нас есть 15 тысяч и пулемет еще один. Давай, братишка. НВТ-5 есть такой. И последний там, эй. Ой, даже не последний. Ничего себе, сколько вас там, ребят. Нормально. Нормальненько. Так, СХ есть такой. Так, и последний. Последний покупатель перед обедом. Обеденный перерыв, 13 часов дня уже. Так, ЕЕ-ДЖВТ, да, есть такой. Все. 19 тысяч, ребят, 19 тысяч. Какой-то ублюдок скинул наши пистолеты, которые надо, блин, положить обратно, чтобы их купили. Ну, потому что, ну, реально, их не покупают вообще никак. И сейчас, ребят, за 19 тысяч... Ой, у меня тут еще пулемет. Господи, у меня еще пулемет. А, как много всего. Еще тут кто-то выронил его. Ах ты ж, елки-палки. Сколько всего. Блин, вообще не продохнуть. Работы до хера. Так, эй, пулемет. Братка, иди сюда. И ты, братишка, давай тоже сюда вставай. Пух, хорошо, собрались. А теперь, ребята, мы с вами покупаем последнюю лицензию. Лицензия D за 3000. Господи, я думал, она меньше стоит. 16 тысяч долларов у нас осталось. Но 16 тысяч долларов это достаточно, чтобы купить оружейную фабрику, мать его. Я иду, детка, давай. Сейчас будет вообще мясо. Оружейная фабрика. 10 тысяч она стоит, не 15. У-ху! Отлично, покупай.
Yeah! Так, и что я купил? Воу! 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 Так, и что? И что я могу здесь делать? Пистолетные шкафы? Ну и нахер они мне нужны? И подожди, как это работает? Что я должен здесь делать? Смотри, там снайперка в мусорке валяется. Кек. Подожди, а что это? Это вот отсюда должно что-то вылезти? А, вон, 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 подожди. У нас точка, где можно что-то покупать. Ну-ка. Это у нас магазин, да? Ага, это у нас магазин, в котором показывают, сколько времени будет делаться тот или иной ствол. Ну, давай, типа... я хочу продавать... Подожди, вот, блин, на какой смысл делать за 400, за 500 секунд вот этот автомат, пулемет, если у нас с вами есть... Есть у нас самый любимый Desert Eagle, который делает... Блин, вот не сбалансирован. Ну, давай Desert Eagle делать, чё? Так... Я вот типа сейчас заказываю, сколько мне их надо сделать, да? Ну-ка. Улучшений здесь никаких нет. И нам нужно подождать 1500 секунд. Ну, насрать, давай, поехали. О, смотри, начал. Смотри, крафт поехал. Оружейная фабрика начинает генерировать мне стволы. Так, подожди, а здесь можно где-нибудь поставить сундучки, чтобы в них эти стволы самые... падали, чтобы я потом приходил их и забирал, или они будут просто вот генерироваться постепенно. Ну, окей. Что ж, ребят, оружейная фабрика начинает свою работу. Потрясающе. Погнали. У нас там, блин, клиенты ждут нас в магазине. Эх, хорошо. Осталось докопить на вот эту армори, и все будет чики-пуки. Че у нас тут? Блин, сколько клиентов я просрал? Так, ладно, НКВТ, ПИАК, есть такая. Все, дамочка. Блин, капец, серьезно, посмотри. Один, второй, третий, сколько, блин, пулеметов не продано осталось из-за того, что я покупал себе оружейную фабрику. Ну, чё, отлично, ну, купили мы ее. И чё дальше, а хер его знает. Так, эти стволы у нас чё-то вообще не хотят покупать, ты посмотри, а. Ты посмотри, я их, блин, уже раз пятый перекладываю. Ну, чего, хорошо. Ну, купил я оружейную фабрику, чё дальше? Эй, люди! Знаете, у меня есть оружейная фабрика, выкусите все, я повелитель этого мира. А чё вы куда пропали? О, смотри, идет такая. Купила ствол? Подожди. Она у меня купила ствол. И вот она идет. И куда вот ты идешь с моим стволом? Ну, точнее, нет, это уже не мой ствол, это уже твой ствол. Да, понятно, я понимаю. Леди, я понимаю, что вы его купили, и у вас есть разрешение, но вот так вот по улице ходить со стволом, а когда тут все вокруг в крови, это немножко подозрительно. Вам не кажется? Так, ну снайперку из мусорки надо достать, негоже такому оружию пропадать в мусорном баке. Так, естественно, прицел не работает, но ничего страшного, мы его протрем. Фу. Протрем, вот так с разных сторон, и нормально, и продастся. Так, что у нас тут? А наша фабрика? Наша фабрика работает, прикольно. Ну, ладно. Gun Factory — это забавная тема. Ну что, ребятки, давайте выставляем нашу пушечку на продажу. И я думаю, что мы давайте на сегодня будем закругляться. Спасибо, что смотрели видос, вот это вот все. Пишите в комментарии, что можно делать еще с оружейной фабрикой, потому что, ну, типа, это все, что ли, больше? Ничего? О, смотри-ка, давай, подожди, попробуем. Что вот я могу сделать? Ничего не могу, да? Так, братишка, вот у меня есть пулемет. И я готов тебе его дать за скромную плату, на. А, вот, смотри. Хоп. 100 баксов! Слышь ты, мразь, ты оборзел совсем! $100? Ты серьезно? 100, мать его, долларов за пулемет, за который я отвалил 800? Ты охерел? Да, блин, забери свои бабки и проваливай отсюда, чтобы я тебя больше здесь не видел, петух гамбургский. Ну что, ребятки, я думаю, на этом стоит заканчивать. Купили оружейную фабрику, нас обманул какой-то простофиля на улице. Эх, восхитительно, какого хера? 100 баксов, 100 баксов он мне дал. Ну это смешно, ну камон, как это работает? Ладно, давайте, ребят, на этом все, увидимся в других видосах. Окей, на этом все, спасибо за просмотр, не забывайте ставить пальцы вверх, там подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А с вами был Шет, увидимся в других видео, всем удачи и всем пока!